Лидеры шести стран ЕС, выступающие в качестве переговорщиков от основных центристских партий, заключили предварительное соглашение о распределении высших постов после европейских выборов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники. Согласно договоренности, на своем посту на второй срок останется глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отойдет действующему премьер-министру Эстонии Кае Каллас. В настоящее время должность главного дипломата ЕС занимает Жозеп Боррель. Новым председателем Европейского совета, сейчас им является Шарль Мишель, станет экс-премьер-министр Португалии Антонио Кошта. Официально кандидатуры на эти посты должны быть утверждены на саммите Евросоюза. Он состоится 27 июня. Вместе с тем фон дер Ляйен еще потребуется поддержка Европарламента, новый состав которого соберется в Страсбурге в середине июля.